Здравствуй, Дон! Вышел в свет новый номер газеты «Молот». Из выпуска вы узнаете о первых ласточках, выдвинувших свои кандидатуры на праймерис, предварительный отбор кандидатов в депутаты Госдумы. Об этом и многом другом в материалах наших корреспондентов. Владимир Савеленко вместе с заместителем губернатора Вадимом Артемовым побывал на противопаводковых учениях. Дед Мазай – это уже не актуально. Современные спасатели в условиях паводка действуют гораздо более эффективно. Лодки у них моторные, а вместо багров – новейшие спецсредства. Непростой работе спасателей в режиме паводка посвящен мой материал. На последней полосе вторничного выпуска вас традиционно ждут яркие репортажи нашего спортивного обозревателя Юрия Соколова. Футболисты Ростова завершили предсезонную подготовку в Испании и вернулись домой. Теперь их ожидает старт в чемпионате страны. Начинается весенняя вторая часть первенства. Первый матч в Саранске в субботу 5 марта. Читайте «Молот», у нас надежные источники.